Мешает реклама, нажмите стрелку в верхнем правом углу. Я приветствую вас, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Феликс. И мы продолжаем наш экскурс по Америке. Как вы помните из предыдущих видео, мы находимся на берегу Атлантического океана. И, естественно, мы наслаждаемся красотами нашего Атлантического океана, особенно летом. Но у нас климат очень такой переменчивый. И американцы говорят, if you don't like this weather, just wait a couple minutes. Что означает, если тебе не нравится эта погода, подожди пару минут. И это действительно, он очень-очень переменчивый. Вот сейчас мы едем по набережной, и с правой стороны довольно спокойный океан, и приятно на него смотреть, и все это хорошо. Но буквально в течение дня погода может поменяться несколько раз. То солнце яркое, то туман, то дождик, а то ветер, а то снег. И, естественно, сегодня я проезжаю специально здесь, показать, какая хорошая погода. И буквально через сутки мы проедем здесь же, и вы увидите, какой океан может быть в штормовую погоду. Я специально это делаю сравнение для того, чтобы вы поняли, как мы зависим от океана и вообще от стихии. Это уже следующий день. И смотрите, что творится с океаном. Это то же самое место, та же самая набережная. Но американцы народ любознательный. Все фотографируют. Каждый хочет запечатлеть. Вот это. Какая сила, мы неуправляемые океан, смотрите, волны. Что означает человек в сравнении с стихией? Сильный ветер, штормовое предупреждение было послано на каждый мобильный телефон, по радио, на телевидении, везде было предупреждено. Это уже буквально следующее утро, тот же самый океан, в том же самом месте, но он такой океан более не менее уже сравнительно спокойный, можно сказать. И все равно, даже в такую погоду, я люблю любоваться, я любуюсь вот этим видом, вот этой силой, этим могуществом этого океана. Видимо, не только я. Люди приходят посмотреть, подышать свежим воздухом, а некоторые просто вытащили лопату и хочет почистить ступеньки, чтобы люди, никто не упал. Это не работник, а чей подъехал впереди меня вместе со своей женой. Вот вытащил лопату и хочет почистить, чтобы никто не упал. Вот что значит забота о ближнем своем, забота о человеке. Он не работник, нет, совершенно просто человек, видимо, пенсионер. Ну что же, этим я заканчиваю свой репортаж. Всем желаю удачи, всего вам хорошего, до новых встреч.